Да бери милишку, бери милишку. Иди сражайся, как мужчина. Оп, оп. По ногам! Бери мили, дурачок. Иди сражайся, как мужчина. Я думал, застрял. И опять таргет. Можно как-то убрать. Можно как-то... Ну и ясно. Как я горю-то, а? ЕПРСТ! Это же Шныт, еще один черный гоблин. Поплыл, поплыл, поплыл! Блин, как плыть? Я забыл, как плыть. Как всплывать? ЕПРСТ, как же меня... Всплыв, повернись, сейчас утонешь. У меня не хватает кис... О, что? Жалко стрелы тратить. Покажу, кто батя вообще. Бледвину платим. Увидимся. Ты теперь ни о чем не волнуйся. Это ж мы с ним. Мы приглядим за тобой. Мы же с ним. Или не с ним. Вот хорек. Ой, наезд, да? Подожди-ка. Хорек нас унижал, я помню. Похоже, ты считаешь себя крутым парнем. Ой. Почему бы тебе не опробовать свои... Ой. Навыки на мне. Ой. Жить надоело. Блэдвин иначе что-то не вписывается. Ух ты, он забрался. О! Харек. Он слабенький на самом деле по... Блэд, что, Блэд? Его на какое-то время. Прошу, чек челленджи. Минус. Так, чек челленджи. Так, ребят, подождите, чек челленджи. У тебя есть простые штаны для рудокопа? Нет. Хороший выбор. Блин, я не туда тыкнул. Ай, это же готика, я не могу нормально альтабнуться. Ну какие челленджи, ну что? Ай-яй-яй. Я купил вторую пару штанов, ну ёпрст. Блин, опасно. Ой, опасно. Надеюсь, он не расстроится и это самое, и научит меня стрелять из лука. Просыпайся! Проклятие. Нас ограбили. Зачем ты разбудил меня? Тебя ограбили. Научи меня стрелять из лука ночью. Что тебе нужно? Да я посплю у тебя тут. До утра. Вообще, представляете, насколько это абсурдно просто. Ты приходишь, обчищаешь чувака, открываешь его схрон, лутаешь, будешь, ложишься спать, просыпаешься спокойно. Он жрет мясо и учит тебя стрелять из лука. Ха. Ха. Тихо. Нет, 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 нет. Почему он не может забраться-то на таки? Надо, видимо, прыжок сразу нажимать. Даже на малейшем этом... Опа. Ладно. Тихо. 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 Таргет пошел. Таргет пошел. Ненавижу его. Да, проваливай. Прыгай. Ого. Козел какой, а горный ее. Сто процентов меня кончатся стрелы. Вот 100%. И они кончатся в самый неподходящий момент, когда уже останется совсем чуть-чуть.
Все. Что это было? А я говорил... Блин. Ох. Я вырезал всего лишь двух охранников, просто будучи заинтригованным содержимым сундука. Интриги уже нет, собственно, как и двух охранников, но... Но я остался в плюсе, в конце концов, поэтому почему бы и нет? Сколько стоит мечи стражников? А вот это, кстати, хороший вопрос, потому что мечи мы... Не, ну тогда мы в плюсе. 600 стоит один меч. 600? Черт. Ай, молодец. Я не разобьюсь. Ай! Ё-моё. Что-то мне кажется, что я... О! Да нет, ну... Да, блин... Лутаем шершни. Блин, да ты тварь! Хочу! Хочу такой звук дикий, блин. Так, там стражник наверху реально по крыше бегает. И мне почему-то кажется, что он... Что он по мою душу бегает. О-о-о-о. Тут у них хорошо. Что-то вроде дамбы. Да, похоже. Ой! Похоже, тебе не помешает немного болотника. Поехали. Похоже, тебе не помешает немного болотника. Да, точно, не помешает. Да, ну-ка, точно. Давай сюда все, что у тебя есть. Ёпрст, блин. А, рыбка у него. У двух гоблинов было по рыбке. Так, это простые ящеры, надеюсь. Если простые, да, простые ящерицы, это хорошо. Ребята, откуда? Вы чё, блин? Нет! Ты что? Да, блин, беги, дурак, беги! Ну что ж, ну как тут? Ой, чё, не получилось забраться? Блин. Критуй, бобер, пора. 9%. Есть, крит. Волки! Да нет, блин, меня сейчас сожрут. Беги, дурак, беги. Позорный, а, со спины. Ай, ай. Ой, еще крит, хорошо. Вроде попадаем. Да, попали еще раз. Отлично. Кажется, последний выстрел. Yes! Yes! Ребята, я пойду челлендж закрою. Он звучал следующим образом. Одолеть Мракориса за 2 стрима. Спасибо бульдозеру за Мракориса. И там наверняка лут еще будет внутри. Что? Там же не было! Но ты почему стоишь на месте? Да собака, я тебя ненавижу, он застрял! Он застрял на чем-то. Ох. И так... И какой-то... Кто такой? Он вызывает!
Беги, Михаил, беги! Просто беги! Беги, не оглядывайся! Спокойно. И тогда вполне вероятно, мы сможем благодаря ускорению и правильному направлению забраться выше. А если так, и вверх! Так, 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 так. Ух, так можно, оказывается! Что? В мраку к Прокорису. К скелетам, точнее. А? Ну, чисто, чтобы отомстить. Ой, кто здесь? Я лежу. Не надо. Не надо. Откуда ты здесь? Блин, сейчас же я встану. Но он спас мне жизнь, на самом деле, этот пёс. Спас и забрал. Какую-то. Опа! Да, но только я застрял за текстурой и не могу выбраться. Просто вот ничего, никуда он не двигается. А, нормально, я поплыл. Черт, это же ненадолго. О. Ой. О, хорошо. Там есть гора, мы можем их расстреливать, можем с ними перестреливаться. С одним, как вы видите, мы вполне... Так, стрелу берем. И... 14 стрел, пожалуйста. Вполне в состоянии. Так что давайте с этими головорезами попробуем справиться. Нет. И сейчас, конечно, таргет. Как же я тебя люблю, просто, как же я тебя люблю! 1737 руды. Спасибо минус. За руду. Я выпью за твое здоровье. Я тебя запомню, тварь. Это оружие кажется довольно удобным. Серьезно? Хоть штаны не снял. Ребят, у меня дороги нет. Если я хочу челлендж выполнить, я должен сейчас вставать. Тихо! Что? А, убили. Да, кажется, добили. Все нормально. Наконец-то ты дал мне повод. Конечно, я предпочел бы убить тебя, но руда — это тоже неплохо. И лег спать просто. Я вообще могу это открывать? Есть! Ключ Фингерса. Что? Открывает сундук в хижине Фингерса? Только не говорит, что этот. Это была какая-то бы многоходовочка. Да. 19 предметов. Круто. Круто. Теперь ты давай, что обещал. Нет. Ладно, забудь об этом. Что? Ты что, и в самом деле поверил, что я тебе что-то отдам взамен? Если ты настолько глуп, тебя просто нельзя было не надуть. Непонятно вообще, как ты еще жив. Если будешь верить всему, что тебе говорят, долго ты здесь не протянешь. Но это не важно. Теперь у нас есть все для хорошей вечеринки. Большое спасибо. Может быть, мы еще когда-нибудь встретимся. Сучок. Ребята. Вы видите это? Вот они. Ну, 500 руды, 70 стрел хорошо, бутылки хорошо. Батя в здании. Он вернулся. Так страшно было вообще. Ой, я так и сижу, присматриваюсь, бдительность на нуле.